Участие в акции «Бессмертный полк» школьница Василиса Клочкова принимает впервые. Сама решила найти и сделать фотографию. О своем прапрадедушке она знает немногое, но гордится предком, который участвовал в Великой Отечественной войне. Я решила пойти на «Бессмертный полк» со своим дедушкой, Расщепляев Владимир Николаевич. Я про него мало знаю, но я точно знаю то, что... В нашей семье много кто воевал, но фотографий не осталось, и вот только фотография моего прапрапрадеда осталась. 6 лет назад в нашей стране появилась акция «Бессмертный полк». В ней принимают участие родственники воевавших солдат, которых уже нет в живых. Некоторые пропали без вести, другие не вернулись с фронта или просто не дожили до сегодняшнего дня. А 9 мая, благодаря акции, у людей есть возможность выйти на улицы городов с изображениями своих героев. У Василисы выбор фотографий был невелик. Время не пощадило оба снимка. Чтобы восстановить изображение и распечатать фото, она идет в многофункциональный центр «Мои документы». Здравствуйте, а куда мне обратиться, чтобы распечатать фотографии девушки? Можете пройти на 3-й этаж, набирайте приемное, говорите, что вы хотите оформить фотографию деда. Процедура совершенно бесплатная. В 37-м кабинете трудятся 2 специалиста, которые работают с изображениями как в цифровом виде, так и с бумажными фото. Их они сканируют и переносят на компьютер. Далее снимок корректируют, красиво оформляют и печатают. В среднем за неделю обратилось к нам порядка 30 человек. Если брать за весь период, то где-то, наверное, 150 фотографий мы распечатали. Мы всячески готовы оказать содействие любому пожелавшему распечатать свою фотографию. Наши ребята очень активно взялись за эту работу, и они понимают степень ответственности за данное направление. Рамку для фотографии Василиса Клочкова подготовила заранее и сразу же вставила в нее изображение прапрадедушки. Теперь она готова идти в бессмертном полку. Все было очень быстро, буквально за 10 минут все сделали. Мне вот очень нравится результат, очень красиво сделано. Воспользоваться услугой можно до 5 мая. Многофункциональный центр работает ежедневно с 8 до 20, кроме 1 и 2 мая. Колонна бессмертного полка пойдет 9 мая. Сбор участников у бани города Видное. Все меньше становится ветеранов, и я думаю, что когда мы берем фотографию в руки и... с гордостью проносим ее по улицам нашего города, это оставляет неизгладимое впечатление как у тех, кто просто находится, так и у тех, у родственников, которые несут фотографии. В прошлом году в акции приняло участие более 2000 жителей Ленинского района. В этот раз ожидается еще больше людей. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.